О, Здравствуйте, привет. можно сказать песню? Давайте, давайте, да. Песню для моей подруги. Давайте. Егор Шип Диор. Это было мило. Сразу, да, угадал, сыграл. Так и скажите, что готовились. Вот вы знали, Готовился, что да, мы готовимся готовился. просто. Да. А вы откуда? Я из Москвы. А вы откуда? А, понятно, мы Самар. Понял, понял. Но я сейчас не в Москве нахожусь, кстати. Самаре, да. Ну, друзья, всем привет! Меня зовут Николай Попов, я гитарист группы The Light 3. И это новая часть чат-рулетки, которую я снимал несколько дней по несколько часов в день. Так что поддержите лайком. В этом видео будет много новых песен, которых я не играл в прошлых роликах. Также я встретил вот этого блогера, напишите в комментариях, если кто знает его. Недавно снова посмотрел аналитику и увидел, что меня смотрят 73% людей без подписки. Так что попрошу подписаться и нажать на колокольчик. Давайте добьем 13 тысяч подписчиков. Ништяк. Так, что с талантом делать будешь? С кем? Салатом? С талантом. Да ничего, просто в чат-рулетки играть. А, ну давай играй дальше. Давайте, давайте, все, пока. У нас просто наш учитель ОБЖ очень любит Дору. Да? Да. У нас учитель ОБЖ, но уроки ОБЖ пел Дора Дура. А, я, кстати, с ней учился в одном вузе. Вот. Вау. Вот это знаешь? Привет. Привет. Знаешь эту песню, которую я сейчас играл? Mm-mm.
Я только что смотрел, не знаю, там полчаса, час, Ярика Бро. Ну вот, у меня такой же контент, по сути. Вот, я его смотрел, слушал. Думаю, типа, да, а делать нечего, думаю, зайду в чат-рулетку, типа, посмотрю, что это такое. Что он там обычно играет, типа... Он так не играет. До скорой встречи. Да, там будет вот так вот. Что могло быть красиво в моей жизни. Самое лучшее за сегодняшний день. Да, я плачу не из... Просто редко... Хама. Ну, я знаю две хамаиновые. Еще знаю вот это, прятки, знаешь? Я искал себя не буду. Очень круто. Вот, спасибо, что настроение поднял. Вот просто до небес. На самом деле, я это сейчас с нот прочитал. Смотри, у меня сейчас... Понял, у меня передо мной сейчас листочек был, и я прочитал. Понятно. А сыграешь «Ягода малинка»? Вот. Молодец. Привет. Знаешь, что это песенка? А, ой, ну она похожа на песню с какого-то фильма, но... Понятно. А вот это знаешь? Классно, я знаю. А вот это не знаешь случайно? Да. Сейчас, подожди, я сбился. Ну,
это вылетело. Да, и это тоже знаю. Знаешь, классно. Да? Блин, я не умею играть на этой штуке. А ты за сколько гитару покупал? За 21 тысячу. Это соло. А за 3 тысячи же можно купить гитару вообще? Ну, плохую можно, да. Ну, в смысле, в плохую? Типа со струнами? Ну, типа просто поучиться же можно купить? Ну, она плохая будет. Ну, в каком смысле плохая? Струны плохие будут или что? Ну, гитара сама, она плохая. Она... Ты на ней их плохо научишься. А типа нормальная гитара сколько стоит? 21 тысячу? Из дешевых? Ну да. За 8 можно купить нормальную. А за 3 это плохая? За 3 все, что да. За... От 7 до 10 можно купить нормальную. Все, что ниже, уже прям вообще прям не очень. Так это же за струн может зависеть. Смотри, стой, подожди. Ты поговорил, хватит. Это... Ну, он слышал, он гитарист, он лучше знает. Не надо с ним сейчас спорить. Кстати, напишите в комментариях, сколько должна стоить нормальная гитара. Также, если хочешь поучиться у меня игре на гитаре, то пиши мне ВКонтакте или Инстаграме. Ссылки в описании. А ты сейчас не стримишь, нет? Нет, я не стримлю. Фигово. Я снимаю только. Я снимаю, но не стримлю. А, то есть ты можешь это в видос выкласть? Могу, да. По-братски, выкладь, пожалуйста. Да, вот выкладь нас. Я хочу себя видеть на Ютубе. Хоть что-то будет. Ну. Я подпишусь тоже. Сейчас только найдем тебя. Я все видосы пролакаю, если попаду в видос. И вообще, даже эмоций нет. Понедельник. Точно нас добавишь? Да, ну, вы довольно яркие персонажи. Скорее всего, добавлю, да. От души, вот. Просто... Я тебе все видео про лайков. Бля, в натуре. Нет, хорошо. Он постоянно когда гитаристов встречаю, спрашивают что-то про гитару, и все, и сразу переключают. А ты не переключил, сразу, типа, сказал то, что, типа, ну, нормальную гитару можно от 7 тысяч, там, и там, ну, и так далее, купить нормальную гитару уже. Понял. А вот это знаешь? Что ты, ублюдок, сыграй хоть что-нибудь, уже, блин, сидишь тут, просиживаешь, козел, ненавижу. Играйте. Эту песню. Сейчас какая вот это что это сейчас? Thank you.
Что вы там делаете? Пьем. Понятно, круто, круто. Здорово! Сыграй Моргенштерн Кадиллак. Да, можно с этим сыграть Мэрилин Мэнсон Sweet Dreams. Ну ты вот это тарачелло. Учился играть. 21 год. В музыкалку ходил? Да. Нихуя. Лютый тип. Ну все, давай, пока. Спасибо, что сыграл. Давай, давай. Да, как там, подожди. Короче, что по кайфу. Вот эту, да, ты хотел? Я немножко подзабыл. Привет. Привет. Yeah, look at me, wait, alright? О, круто, круто, круто. Can you speak English? Yes, I speak English a little, a little. Yeah, a little. Чу-чу. Yes, yes. Standing in line. You are fingerstyle, yes. Nice, very, very nice. Yes. А ты можешь Деда Максима сыграть? Деда Максима, да. О, блогер, я тебя подписан, брат. Подписан, да, на меня? Да. Круто. Что там, стримишь? Ну да, ролик снимаю, да. Я каждое твое видео смотрю, кстати. Каждый день прям? Ну, каждый день выходит, да, у тебя? Нет, я не каждый день. Да не, у меня выходит раз в неделю, в лучшем случае. Ну, я тебя смотрю. Понял. О, привет. Я тебя знаю, кстати. Здорово. Я тебя знаю. Не может быть. Не может быть. Я, кстати, недавно на тебя наткнулся, на твои ролики. Угу. Прям круто. Мне кажется, тебя... А ты в Москве, кстати, не живешь? Я переехал в Москву сейчас. Мне такое ощущение, что я тебя когда-то видел в метро, а потом наткнулся на тебя. Ты в метро ездишь вообще? Мог тебе... Само собой, я обычный смертный. Вот, а потом я на тебя наткнулся... Угу. На Ютубе, вот, совсем недавно причем. И мне такое ощущение, что я тебя когда-то видел. Вот. А ты что, стримишь сейчас? Прикольно. Не стримлю, просто сижу так, отдыхаю.